Так, мы в храме Вату Монг. Это так называемый туннельный храм. Тут забавные картинки собак и жизненные советы. Собственно, как не надо делать. Ну вот он сам, этот Умонг Темпл. Туннельный храм, построен в 1297 году примерно. Такая вот стена. Здесь этот потолок цельный, да, был? Немного разрушился, поставили крышу. Выход. Вот тут местами поставлены крыши, где обвалилась. Монг Темпл очень тихий, не туристичный, спокойный храм посреди леса. Сюда можно прийти, он поиграть в шахматы, возможно, с монахами, если повезет, хотя им запрещено по идее. Тут продают еду для птиц, как можно заметить. Можешь побежать, вперед.